араб, живущий в Америке или ЕС, был бы мусульманином, вы бы смогли с ним связать свою жизнь? Думаю, да, но смотря как бы он относился к тому, что я не являюсь мусульманкой. Угу. Если бы вам предложил выйти замуж араб, но он исповедовал свою веру мусульманскую? Ну, как меня учили и воспитывали, если у тебя есть своя вот вера, то ее предавать нельзя. Знаете, религия для меня играет не решающую роль, но я сомневаюсь, что именно на начальном этапе у нас бы с ним сразу сложились отношения, потому что различие культур все-таки будет большой преградой даже в начальном общении. То есть теоретически возможно. Такое случалось вот у моей знакомой, да, но за себя я не уверена, потому что для меня сразу эта преграда в самом общении будет. Нет. Ну, здесь, наверное, все-таки нет, потому что мусульман, в принципе, отношение к женщинам не очень хорошее. Mm-hmm. Мусульмане вряд ли. Там у них сильно такие правила, насколько я знаю, серьезные. Нет, точно нет. Одно время думала, что вышло бы. Сейчас я тоже затрудняюсь. Ответь нет. 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 Если честно, без понятия, потому что, честно, я еще, да. Может быть, не знаю, правда. Я не знаю, это мусульмане, у них какие-то, наверное, свои, ну, законы или как-то. Ну, я не знаю, ну, наверное, да. Ну, я религиозный человек, поэтому я бы за мусульмане не шла. Нет. Да. Да, нет. Точно, туда нет, точно. Вот. Потому что для меня вопрос веры. Я просто немножко сталкивалась с этим. У меня есть знакомые, которые выходили замуж за араба, меняли религию, уезжали туда, а потом узнавали, что есть еще две жены, еще и третья скоро будет. То есть, ну, то есть это... Да. Ну, вот здесь вот как бы встал вопрос, потому как мусульманская религия, она обязывает принимать, и он бы обязал, точнее, принять меня ее, да? Угу. Так ведь, ну, здесь вот было бы... Нет. Угу. Мусульманина нет. Угу. Если честно, у меня вопрос не привязан к религии абсолютно. Тут уже каждая девушка думает о своих детях. И как они будут выглядеть. У меня лично позиция такая, что я к себе подобными общаюсь. Но отношения тоже. Я затрудняюсь на этот вопрос сказать, скорее всего, нет. Насчет веры, лично я очень категорична и менять ее не собираюсь. Я бы, наверное, согласовала бы это с моим будущим супругом. И я думаю, что мы бы пришли к какого-то компромисса, но... Я категорична в этом плане.